Всем привет! Снова здравствуйте! Давайте в этом видео еще одну фишку разберем. Допустим, вы делаете видео, где вот вы показываете вот так вот модель. Ну, вам бы хотелось, чтобы эту модель могли просмотреть, прокрутить, приблизить, посмотреть, как она сделана, допустим, на вашем канале. Ваши подписчики или, допустим, на вашем сайте, на странице, или продавать, когда вы начинаете продавать 3D-модели, предпросмотр, чтобы человек его покрутил, посмотрел и решил, надо ли, допустим, его или просто скачивать, или просто, ну как, или купить может его. Что для этого нужно? Открываем интернет. Открываем нашу страницу чистую и вводим сюда, так, на английский переводим и вводим SketchUp. Находим вот SketchUp и жмем на него. Нам высвечиваются вот такие вот ссылки. Открываем платформу для публикации 3D-контента, нажимаем. В нем опять же нужно зарегистрироваться, ввести свой как email, создать свой код, и потом вы будете уже работать после авторизации в этой программе. Открываете свою страницу. И здесь у вас вот такие вот модели выложенные. Можно, кто подписан, просто зайти сюда, посмотреть модели. А можно также вот эти вот модели, ссылку на них кинуть на видео или на свой сайт. Что мы делаем? Жмем Upload, жмем Choose файл и находим сохраненный наш файл, который мы сохранили, он должен быть не больше 50 мегабайт. Сохраняет, загружает в OBSH, в STL и в ZIP, RAR и 7Z формате. Ну, типа распаковка. Открываем его. Вот вы видите, он сейчас его считывает. Если подходит файл полностью по параметрам, он его сейчас примет. Вот принял. Жмем Continue, и все, пошла загрузка. Здесь в этой графе, вот Description, вы можете оставить описание к вашей модели. Здесь тоже аннотация, категорию поставить. Допустим, вот вы нажимаете, и он вам высвечивает музыка, арт, там 3D, people. Вот вы можете просто это нажать. Настройки здесь стандартные, эта программа не Pro. Если вы хотите Pro, то это уже надо платить, и, короче, будет у вас появятся уже дополнительные настройки. Вот вы видите, загрузка идет, файл должен быть, ну, полегче, желательно низкополигональный. Программа его переработает, в принципе, ну, до 50 мегабайт, если модель там с текстурами, вся такая навороченная, может вам не хватить, конечно, уменьшай, не уменьшай, может сохранять он в STL 70 мегабайт, ну, STL меньше сохраняет, конечно. Но бывает такое, что сохранение все равно происходит, и формат все равно, файл весит все равно побольше, 55 там мегабайт, там еще сколько-то. Нужно его понизить и подогнать хотя бы, ну, в 50, постараться влезть, потому что программа больше не примет. Все, вот загрузка прошла, файл весит мало. Жмем вот эту клавишу Continue. И теперь вот он его опять считывает. Нужно подождать.
Я эти вот свои модели буду выкладывать под видео. Вы можете теперь их покрутить, посмотреть, как, что. Просто программа, которая у меня была, ну, она когда записываешь, она подвисала. А здесь просто уже он на странице, и вы можете ее без гона посмотреть. Когда модель загрузилась, вы видите, как она легла. И теперь мышкой, просто вот левая кнопка мыши, вы можете вот ее покрутить вот так вот. Ориентация у нее, вы видите, по иксу совсем другая. Нужно ее можно переделать. Ну, в принципе, можно и так ее просмотреть. Конечно, неудобства есть, так что вы просматриваете, как она будет по сетке стоять, чтобы она крутилась нормально, чтобы ее можно было установить. Ну, давайте, пока я вот так ее поставлю. Что теперь мы делаем? Мы выбираем ей ориентацию. Жмем Save View, вот эту вот клавишу. Все, теперь она будет загружаться вот именно вот так вот. Дальше жмем 3D Setting. Это если нам нужно ее доработать, переделать чуть-чуть. И вот опять идет загрузка. Здесь, в принципе, все просто. Кто с программами работал после ZBrush 3D Max, по-моему, вам не составит труда здесь разобраться в названиях клавиш и так далее, вот в обозначениях. Жмем Matcap. Вот, вот так будет у нас выглядеть модель. Можно нажать классическую. Вот модель выглядит так. И BPR. Вот такая штука. Здесь можно ее вот так вот ставить, прозрачность и так далее. Ну, возьмем Matcap. Колесиком перекручиваем, бэкграунд открываем. И здесь вот есть у нас image. Вы можете уже готовые цвета вот так вот выбрать для загрузки. Можете вот так вот ее прибавить чуть-чуть. Можете опять Save View нажать. Если подгон вот такой будет. Вот такие есть варианты. Можете также свой color поставить вот от красного. Тут вот выбираете свой цвет. Можете синий поставить. Ну, как вам угодно, словом. Ну, жмем image, ставим потемней. Вот когда все уже у вас выставлено, жмете Save Settings, вот эта вот синяя клавиша, и следом Exit. Все, модель загружена, ее можно просматривать здесь вот. Вот вы видите, как она установилась. Можете ее вот так вот приближать, смотреть ее детали, вот так вот крутить. Потом я эту модель уже выложу с ориентацией по осям X, Z, Y, чтобы крутилась она правильно. Ну, пока вот так я для объяснения взял. Следом что мы жмем? Publish. Опубликовать. И вот он нам высвечивает вот эту вот ссылку, которую можно кидать на сайты. Это Facebook, потом Twitter и так далее. Google+, Pinterest. Кстати, в видео я рассказывал об этом сайте. И также можно на e-mail свой кидать вот эту ссылку. Если вам это ничего не надо, вы просто копируете ссылку вот так и все, закрываете. Здесь вот еще есть модели разные, вы можете их также просматривать. Сафа, Булма и так далее. Разные уже и в цвете, и просто обычные модели. Вот так это все, вы видите, просматривается.
Вот так по ориентации все это крутится. И зайдя потом на свой, как на свою страницу, вот вы видите, что ваши модели здесь полностью выложены. И их можно любую просматривать и вкидывать куда вам угодно. Давайте посмотрим Кобу. Как он? А, нет, это у нас боевая лягушка. Видео найдете на странице у меня на канале. Там, кстати, я уже выложил вот эту модель. Вы можете ее вот так вот покрутить, посмотреть с разных ракурсов, как она сделана. Кулаки, морду, зубы, как веревка сделана. Ну, вот так вот. Так, ну, в принципе, все. Можете в полноэкранном, на весь экран ее вот так вот посмотреть. Вот так вот все это выглядит. Качественно, все хорошо. Есть еще много таких просмотрщиков. Ну, качество мне не понравилось. Более допотопное, как недодел. И потом, зайдя на канал, вот вы видите это видео. Здесь я ссылку уже выложил, вы просто на нее нажимаете. И вот вам высвечивается полностью просмотр всех моделей. Лазьте, смотрите. Кстати, здесь модели, которых многие я не видел на сайтах, в картинках и так далее. Вот модель у вас готовая, так что заходите, смотрите. Это будет, наверное, получше, нежели вот это показывать видео, как она крутится. Здесь более-менее вот видно детали. Все, всем до свидания, всем пока.